Ом намасте, дорогие друзья, здравия! С вами снова Ярослав Мудро-Воронцов. И сегодня я хочу поделиться с вами формулой 5П, которая поможет вам достичь успеха в любой деятельности, которой бы вы ни занимались, в 7 сферах нашей основной деятельности. Это здоровье, это чувства, это работа, достижение успеха в обществе, это сердечные дела, обучение, проявление творчества, познание себя, познание Вселенной и соединение своей энергии со Вселенной космоса, с энергией Господа, у кого как. Формула очень простая, и все, что я скажу, вы это уже слышали не раз. Просто я хочу предложить вам отнестись к этому более осознанно. Когда мы относимся к более осознанно, к простым вещам, то глубина и значение их становится более качественной. К примеру, что такое душа? Понимание того, что я душа. Мы все знаем, что такое душа. Но только осознав, глубоко прочувствовав, что я есть душа, совершенно по-другому начинаешь это осознавать, и другой результат. Да? Также я предлагаю вам с этой формулы 5П. Формула заключается в следующем. Все, что вы не делаете и в чем вы хотите достичь, в чем бы вы хотели достичь успеха, это нужно делать прежде всего. Практиковать. Это 1П. 2П. Вы должны это делать последовательно, постепенно, постоянно и позитивно. Позитивно, это очень важно, позитивно. А что такое практиковать, вы понимаете, что вы должны это практически использовать, получать навыки, теоретически или практически, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Вы должны это делать последовательно. Это значит, я не перепрыгиваю с первого класса в десятый сразу. Я делаю последовательно, шаг 1, шаг 2, шаг 3 и так далее. Я это делаю постепенно. Постепенно значит простого к сложному, от легкого к тяжелому. К примеру, спортсмена, если ты хочешь поднять вес 250 кг, а поднимаешь только 10, ты не берешься сразу за 100. Ты берешь с 10, начинаешь, потом 15, 20 и так далее. Okay? И, естественно, все это делаем постоянно. То есть, когда мы это делаем постоянно, тогда у нас эти навыки закрепляются, и мы в них совершенствуемся. И, естественно, все это будет иметь успех тогда и только тогда, когда мы это делаем на позитиве. Мы должны от этого получать позитивное настроение. Иначе чаша терпения переполнится, и на всем этом наше желание достигать успеха закончится. И это очень важно. Вот, в принципе, это простая формула 5П, которой я хотел с вами поделиться. Надеюсь, она поможет вам достичь успеха в любой деятельности, которой вы занимаетесь. Конечно же, она поможет вам, друзья. Я не надеюсь, я знаю, что она поможет, но вы должны здесь поработать. Если вы будете работать, тогда действительно вам поможет. Поэтому применяйте эту формулу. И желаю, чтобы вы достигали успеха в любой деятельности, которой вы занимаетесь. Да поможет вам в этом Господь, поможет вам в этом Вселенная. И пускай у вас будет все то, что будет вам полезно с точки зрения исполнения своего назначения в этом теле. Больше информации на нашем сайте vedadom.com, vedadom.com, где мы применяем вот эту методику в достижении успеха в различных сферах жизни. Это семейная жизнь, это бизнес, это духовное развитие, физическое развитие, творческое развитие и так далее. 7 основных сфер нашей деятельности. Все, друзья, намасте, всего самого наилучшего. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг. И любовь вернется вам сторицей. Намасте!